Февраль 2021 года стал трагичным для российского искусства. Массово уходили известные люди. Такого звездопада трудно припомнить. Причины ухода разные, но многие связывают их с вирусом, дающим осложнения. Буквально недавно мы узнали о смерти таких замечательных людей, как Андрей Мягков, Екатерина Градова, Владимир Марченко и Валентин Пашнев. Начало марта 2021 года продолжило трагическую цепочку. Ушли из жизни в один день сразу три актера театра и кино. 1 марта 2021 года на 45-м году жизни скончался актер театра и кино Иван Марченко. Актер больше 5 лет боролся с раком кости. Он перенес операцию, однако вскоре болезнь снова вернулась. Иван активно снимался в кино. Он запомнился ролями в картинах «Возвращение Мухтара», «Девять жизней Нестора Махно», «Экстрасенсы-детективы», «Женский доктор». В 6-й части «Сваты» сыграл роль психотерапевта. В тот же день по трагической случайности не стало еще одного актера. 1 марта 2021 года в возрасте 75 лет скончался советский и российский актер, народный артист Российской Федерации Николай Петров. Замкнула трагический список актриса Мария Скоромникова. Советская и российская театральная актриса Мария Скоромникова скончалась в возрасте 84 лет. В 2016 году по состоянию здоровья она закончила театральную деятельность. Наш канал приносит свои соболезнования родственникам актеров.